Poštovane dame i gospodo, dobrodošli. И на то, что мы всегда говорили нашим сербским друзьям, что мы исходим из полной поддержки. Впервые вот за все время, чтобы по такому вопросу мы смогли услышать друг друга, и все высказали точки зрения, но при этом поддержали единогласно предложенный вариант изменений Конституции, который внес президент. Движение русского христианского социализма. Продолжает Сергей Руданёвкин. Национал-большевики, люди разных взглядов, вышли.